Да, слышно? Лена, не моли. Меня будет. Не знаю, брат. Пойдем в доку. Снимал. Бля. Мы как-то стопнули. А, нет, она не приняла игру. Меня булят. Может, хватит? Блять. Ну ладно. Убить меня, пожалуйста. Блять, сложно, в смысле. Осталось 5 секунд. Кто ролевой начал? Я. Понятно. 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 Олег, что ты? Лес существует вибрация. Олег опять вас повидал. Не выберу больше на меня, Олег. Я буду очень часто чихать, потому что я сегодня сзади чихнул раз 100, наверное. Держу вкус. Держи. Ты мне ответил, получается, меня. Твоя хочу. Надо убить тебя. Заткнись. Нет. Что-то отсонные. Я вообще не спал, Олежек. Волновался за Олежек? Да. Да. Я в это не сильно верю, но приятно. Видишь, я аж плачу, когда думаю о тебе. Я трещу, когда думаю о тебе, Олег. Да? Я рад, что я вам нравлюсь. Но Виола мне нравится больше. Ну, блядь. Поэтому Виоле он думает сейчас. Короче, ночью он, может быть, еще бомбить будет. Часто сегодня целый день бомбили. Когда у вас появится свой Сальтама, который сломает на ракету? Не знаю. Он выполнил все задания в катакомбах. Что убивать? Оли, дело придумало. Победа. Победа за нами. Победа будет за нами. Да, это правда. Мы, короче, играли с Олегом сквозь, и за Олега мы проиграли все катки сегодня. Неправда, это не за Олега. И за Костя. Игра просто проклята сама по себе, брат. Нет, просто Костя ему да. Ой, забежать моего парня. Ужасно. Ну, я думал, я твой парень. Я думал, Виола твой парень. Ну, ну он такая. Много парня не бывает. Бывает мало парней. Я не хочу вообще бороться за рунку, которая на водичке, потому что я даже не понимаю, где она спавнится. У меня до сих пор эта хуйня не пофиксилась. Брат, ну здесь? И вот здесь. Да я не запомню, Олег. Олег, брат, смотри. Смотри, видишь, как спускается лестница, лестница. Ты тут-тут-тут, и между лестницей и между деревом. Все. В смысле, ему рунку забрать нормально. А если он лоу хп оставит, так, саппорт даст ему хилку. Саппорт даст ему хилку? Нет, не даст ему хилку. Это только ты такой плохой. Я тебе никогда не покуплю хилку больше. Никогда не покупал. Потому что дурачок. Ты умираешь просто так. Покажешь мне этот скилл. Нет,
Вот тут. Ай, блядь. Стоял, смотрел. Ну, я не ожидал варды своего. Ну, ты на самом деле очень гениальный варды, но я просто реально не ожидал его. А че за желудь не ожидал его? Че так встал, как? На первом уровне? Перстачные подписчики, правильно. Да, все правильно. Да. Ну, блядь, там к нему моментально саппокор приходит, помогает ему. Я это странно, на самом деле, просто парнишка должен. Я хотел бы такой скоро, но скоро Давай, дерись с ним! Ну дерись с ним! Ну блять, ебаный на ним ног. Ну он сгорел, он сгорел. Я его сгорел, я его руками бил. Вот именно ты его убил. Я даю ему грязь, он убивает. Мне тоже б драться. Ой. Ой. Мне не нравится. Мне не нравится, кстати. Такой пассивный. Боевушка. Интересно. Да. Брат очень плохо погулял с друзьями. Почему? Он молчит. Я не с вами на линии, о чем мне говорить. А в смысле жизни, брат? Какого это смысл жизни? Как у тебя прошел день, брат? Как у тебя дела? У тебя как дела, Олег? Хорошо, я тебе скажу. У меня вчера бомбили дом. Я охуел. Мне не понравилось. Мне жаль. У меня доступ нету. Давай, дерись на ним, ты сдохнешь все равно. Тебе понравилось? Ну, ты дрался. А ним, когда я тебе даю крест, просто должен драться. У тебя максимальный атак спит. И горелка. Дрался, когда я тебе сказал. Нет. Я просто когда увидел, что ты дал мне крест. Он сказал, что я буду ТД, я такой, типа, а, я хочу драться. И... Я умер. Да, я, кстати, вам говорю, что такое будет в этой игре. Я еще и сдохну. Еще одна растрата жизни. А, настоящее сокровище. Не напрасно. Нашу центральную башню атакуют. Your middle tower is under attack. Niggers. Хуска димит. А как? Ручками? А не, а почему? Потому что некро проебал мид. А он согласен вообще? Это же Джаг написал.
Он подмечен. Хуесинг. Ай, блядь. А что это он? Ну, я тебе тычу. Иди мид там, он пошел лес фармить. Я поздаю соло, я же троечка, блять. Как я буду стоять хотя бы 7-го рамбла, я не знаю, но я стою. Я поверю в тебя. Брат, ты будешь учиться мой. Ему выпала руна инвиза. А у меня, блядь, покупай ворота. Пауза ставит. Пиздец. Вообще мразь. Блять, я Клари цепил, я забыл, меня ёбаная пауза сбила. В смысле? Бра, думаешь, его карма настигнет? Нет. Я карма. Нихуя Блэйд Мэйл. Я не карма. Посмотри, Блэйд Мэйл, всё. Нормально. Накинок не нужен. Чё негр проебал мид? Чё он теперь, блядь, тройка? Ну почему, блядь? Я же даже ролевой. Ну все, он должен знать, блядь, на куда он шел, на чем он играл, блядь. Я, блядь, дебил, блядь. Почему нахуй каждый раз дебилы попадаются, нахуй? Почему каждый раз дебилы, блядь? Это я, да. Проклятая игра, блядь. Просто проклятая. Охуеть! Я важнее. У меня кого-то хотя бы есть? Я спасу его. Сейчас его сам. Не буду давать сам, не буду стилить. Привет, команда! Я вас не видел 20 лет! Привет! Это Вивер. Его нафидели на низу. Я пососал, пососал. Ну я тут в засаде сижу. Блядь, а нормальный мужчина? Джиган, без химок. Да. Я на ним. Я не могу. Блядь, ну на ним. Грустно на ним. А я типа увидел его, начал убегать, но сказал, что первый все равно догнал меня. Не первый ответ. Не думаю, что у нас есть хоть какой-то шанс. Ну а тебе зев, ну а получай зев, ебаный. Ну а получай, блядь, зев, на. Ну не сказать, что это не ожидаем. Мы проебали. Ломайте шмотки. Ок! Надо раз! Прости. Шопот. Ломай.
Давай, блядь, давай убьем его нахуй, давай убьем, блядь, его, давай убьем. Нихуя какой, ничего себе. Я спасаю тебя, брат. Блядь, нихуя, брат, я тебя спасал как бы, ну, брат, ну, ты понимаешь, что некоторые моменты в жизни не спасать. Са. Да, я понимаю, что надо удалить доту там на месяцок. Ну, брат, извини, а это я, брат, это такой или что? Я не знаю. Давай у кого ролл меньше, тот проклят. Аноним? Все, решено. А кто это получает проклят? Тот, кого больше, да? Нет. Правила были в самом начале. У кого меньше, тот проклят. Я не слышал. Повторите? Ты слышался? Нет, нет, нет. А брат, что мы сделаем дыму? Пятого уровня. А я развернемся. Не, подожди, давай получим шестую. А, брат! Да, давай, можете. Ух, сейчас как высосу всю твою ману. Как высосу. А ведь высосал, Олег, смотри. Оп. Оп, как же доминирую над ним. Оп, ням-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 ням. О, все, мы тебя убьем. Мы тебя и правда можем убить. Мы тебя и убьем. Ай, блядь. Ну, Славик, помоги мне. Ну, Славик? Славик, Славик. А что, Славик? Славик, Украине. Сучок позвал всех своих друзьяшек. Я думал, жуков давят. Ну, как бы. Что тут сделать? Жучку пришли 5 врагов. А мы не можем. Вашу верхнюю башню атакуют. Блять, Стефан, вот ты охуел, получай, блядь, Сеф. Давай! Ультуй, блядь, Сеф, давай! Все, убиваем, убиваем. Мы боимся. Мы не боимся, блядь, ничего не мы не боимся. Нихуя, Бардик. Сейчас бы увидеть, что это. Сеф мертв. Моим сердечко билка. Жучков, блядь, на Жучков, отойди, отойди от Жучков, блядь. Не трогайте моего Жучка, это мой любимый. Отдай деньги. Тут смотря была, надо как-то понюхать ее, учуять ее, почувствовать ее. Олег, у тебя есть крест? Давай как будет крест, мы пойдем на него. Брат, там обсервер стоит, желтенький здесь. Где? Ну, если помнишь. Там вот, там где мы жука погоняли, а он выжил. Ты поставил сандряк, я сломал сандряк и... Ух, смотри, как сейчас этому жуку не поздоровится. Блять, уже я понял. Кто знал, что за жуком орава целая? Командир взвода жук. Жучиный. Жук. Жучит. Жук журчит. Курой проверь, курой. Курой проверь, ну ладно. Заберу варды все свои. О! Махаем, да. Что ты руки открываешь свои? Ты меня вызываешь на файт, да? На тебе полкой, на тебе полкой, на, сверху, и снизу его дома. А, мой, тут вар поставил. Угу. Я курой пойду проверю. О, никого нету, можно пойти пофармить. О, бум. Летит. Нет, гора. Они... Не проверили мы. Нам не надо проверить. Да я просто хотел на рожу пойти, ну ладно. На рожу сейчас пойдут враги. Ну, на 15 минут? Ну, блин, да. Да, они могут. Моя первая дошла, моя победила. Да. Может быть, сюда поставили варду. Я бы советовал тебе смог купить. Ой, смог? Вружь. Я купил смог.
Сейчас пойдем. Борту СФ и Shadow Blood. Мы тут центра. Я в круге безопасности. О, сейчас как дамебе! Сейчас как получишь! Уходим, 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 Олег, уходим! Там никого, там трое, трое нанизу. Олег! Брат, пожалуйста! Брат, ну я с тобой. Думаешь, моя бы дополнительная тычка помогла бы заряжать этот файт? Ладно. Я просто думал, что у нас есть друзья. Там соло это был. Я вообще по рофлу позвал. Видел, что-то произошло. Моя смерть. Брат, я хочу спасти тебя, брат, живи, брат. Подойди ко мне. Выкопай фласку, на ней, выкопай фласку. Получай, получай. На тебе манго. Есть? Хорошо. Пойдем в этот шар. Вы проебали. Проебали, очень обидно. Ну 28, что ты сделаешь, брат? Мидер нафидел 1-7, блять. Какой у него ранг? Он без ранга. А он герой 4. Я сделаю это на всякий случай на нем. Лучше бы на попозже прибрел. Ой. Я готов рофли ставить тебе лайк. После этого возможно ливать. Не было там два башни, не было. Небо. Небо. Ой. Если бы я раньше начал перекачивать армию, я бы все равно сдох. Я курсе сами не дошел. Ладно. Просто не единороша. Вот реально, просто не единороша. Не позорься. У тебя будет 20 уровень. Все, да, может быть, можешь. Я его 100 раз убирал. Если ты, блядь, не шаришь тайминг за сами, не говори ни хуя. Понял? Где ты 100 раз его убивал? На 100 раз, блядь, хоть на хуй получается. И каждый раз с нами, да? Каждый раз с Олегом, блядь. Каждый раз. При том, что я при Олеге убивал уже 5 матов. Ой, бля. Олег, я виноват, брат. Ну, блядь, сейчас бы смирялся нахуй, когда два баша выпало, блядь, там в таймер не попасть. Потому что он мне баш дал, я из баша вышел, блядь, я если сразу начал перекачивать армлет, обузить его, я бы все равно сдох. Ну, а хотя бы это не три смерти, пока что еще на страшно, поэтому нормально. Ладно, извини, за то, что... Извини, за то, что посмеялся, и больше не буду смеяться. Ага, блядь. Если ты сейчас будешь смеяться, я тебя кину на конец жизни, блядь. Я не взорвусь нахуй. Когда может быть когда-нибудь скинуть смута, блядь? Ой. Там баф у кого-то. Ну-ка, спаси. Блядь! Ну, одного дам. Прикинь, я дал ему стан. И у него то ли использовалось само это. Это. Как это называется? Иллюзия. Так, все, я выкапываю фласку и думаешь, это что, крипти, брат? Нет, тайминг, по-моему, там просто мина. Когда руна активировалась. Ладно, кому я пишу? У меня просто первый левел, я на станчик там одну миллисекундочку. Да-да, более правдоподобнее. Так, тебя съем и тебя съем. У нас все живы. Что, можно взлетать? Давай, мало вперед, мало вперед, мало вперед, мало вперед.
Блядь! Вообще побег. Олег жив? Олег жив. Хуя. У меня? С нервов. С нервов. Так что, что там, анонимчик? Помнишь, ты спрашивал просто, как вас за 19 минут разъебали? Как такое возможно? Я никогда не видел такого в доте. Ну я впервые вижу такого на рейтинге. Так это и не рейтинг. Привет, Олег! Брейкданс, брейкданс. Что это такое? Ну это Марк. Продолжаем, продолжаем. О-о-о. Дай мне попробовать твои дури. Блин. Ну какой тебе манг? Дам его, да. А покажи мне лошадку в ручках, покажи мне лошадку, лошадку, покажи. Вот лошадка. Стой, стой, стой. А вы можете ее попробовать здесь доварить, пока я тут? Как весело, давай теперь ты. Я иду. Там нет варда. У котов там есть четверо, готов к метро. Ничего, у нас есть вторая карточка, а потом мы все идем спать. Я иду ловить ракеты лицом, а брат посмотреть в телеграме, как меня ракеты ломают. Просто Лариса слишком поздно уже. Какой у него там урон? Ух ты ж, блядь. Интересный, конечно, способ. Мне кажется, он не понимает, как его коса идет и вообще работает. Да, давай я прыгну на ТП. А мы не прыгнули на него. За ним! Так, он выхилился. Он как-то выхилился. А у него даже этого нет. У него нет. Бра, пошли погуляем в лесу. Черт, даже не выйти с базы, прикинь. Везде зажали. Без зажима пустик нету. Город, у меня план на миллион. Еще раз прыгаю и убегаю. Хорошо. Кого только? Не, пальца нет. А что случилось? Что ты сдох? Тебе виноват, да? Ты что не понял, что мы проебали, да? Я виноват, да. Прости, пожалуйста, что я уже виноват. О, если бы с Тимом такая же была, мы бы те катки не выиграли, Олег. Короче, я сделал себе полный огромный термос чая. А буду всю ночь сидеть и пить чай. И, возможно, спать пойду. Ты весь день будешь ходить в туалет. Всю ночь. Потому что чай... А еще, блядь, мне нахуй окно, блядь, окно с дыркой. Мне нравится жить. Дыркой, блядь, в доме, брат. Я думал, это типа жуткий рофл, да? А у меня, блядь, дырка в доме. Грустно, брат. Ну почему, блядь, у меня нахуй?
Почему я человек хуесос? Я не понимаю, ну почему, блядь? Господи, блядь, почему именно в моей команде, понимаешь? Почему в моей команде, в нашей, один хуесос, блядь, постоянно бесполезный? Ну прости, Аля! Прости! Брат, а не ты, блядь. Мидер, он взял роль мидера, брат, он взял роль мидера и не играет на мидере. Типа, ну почему, блядь, так, нахуй? Почему, блядь, он хуесос? А потом еще друг его говорит, типа, блядь, иди на мид, Хускар. Пиздец. Уже красивый на мой сеф. Я прихожу, у меня пятый у него. Седьмой. Ну, киса лежит, как будто она мертва. Киса, ты живая? Киса живая. Киса? Не трогай киса. Киса, ты живая? Ну, отпусти, отпусти киса. Да, киса живая. Они били Хускаря! Хускаря! Они им кликза! Выигрывай игры! Хускарь на мид! Хускарь на мид! Осталось 5 секунд! Да, я Хускарь! Я потерял Хускаря! Вроде надо покорить, попробовать! Почему мне? У меня нет мотивации! Хорошо, брат, я пойду покорю! Я верю в тебя, Олег! Мы все будем надеяться на тебя! Возьми какого-нибудь персонажа, который хорошо подойдет под Тинника! Кого-нибудь! Ладно, шарик не нужен? Нет, спектра пятерка не очень. Ой, блядь, Андайн противный, пиздец. Интересно, мы ж проиграем линию, если там будет Андайн у нас, да? Про Андайн, а. Я, кстати, видел, как помню, как... Брат, бери Рубика, короче, бери Рубика. Типа так. Ваша очередь выбирать героя. Блять, это... Да, к вам идет онлайк с Магнусом. Брат, ну помнишь, я... Помнишь, я каточку на Тинике все-таки вытащил? Ну, не я там, меня друзья выиграли, как бы, но я застилил, сколько там, 7 фрагов, и я сделал импакт потом уже. Супер хорош, Олег, молодец. Да, я помню, как я там что-то делал, а потом ты такой, птыщ, потом, воу, у меня деньги есть, теперь я могу делать что-то. Я такой, вау, ты вырос, Тини, реально вырос. Брат, я эволюционировал, эволюционировал, мы применили, бля. Подходят деревцам, вас съедет, ой. Да. Immortal Key, которую я тебе подарил. Одну. Одну, но я не знаю. 11 побед подряд за СФ. Вы видели это? Или мне показалось? Тебе показалось, тебе показалось. Я не видел, потому что я не смотрел на СФ остаты. Я ей подказываю даже слушать об этом. Блять. Можно я люблю сразу? Я не понимаю. Это что? Что это? Ой, блять. Я тебя не слышу. Все сразу пошло не так. Блять. Вы задушите парк? Так сладко внизу. Да. Брат, ты был слишком близко, он услышал. Мы проебали, кстати. Брат, почему нам таких плотных врагов дают? Почему они не за нашу команду? Потому что Олег, ты потный. Я потный, блядь, я ж хуесос. Я просто как бы дурачок, но я не потный хуесос. Что это такое? А че ходвинкса это? А только саганцед можно. Нет.
него 11 побед подряд на СФ. Это при том, что я стопил, он, блядь, их себе под тавр загнал. Потому что я стопил нормально, а не как обычно. Пиздец, ладно. Брат, ты там живешь? Блин, мне отвода делает Олег. Как мило. А я сам уже хотел сделать. Он мне даже спот не заблочил. Не буду тарить твой экспо. Да все, брат. Что ты веришь в меня? Это большая ошибка. Это правда. Это Олег. А ты веришь в кускаря, который сдохнет на Рошане? Шепотом разговаривает. Не, у нас проксимити чат, он не слышит. Когда ты будешь играть на хускаре, ты не будешь играть на хускаре. Воу. Потому что я подумал, что ты, возможно, когда-нибудь будешь, а потом, ну, понял, что ты хуй его гиб. Ты же топор профессиональный. Вообще я профессиональный забор. Нихуя себе, блядь. Хорошо, посмотри на твой саппортинг. Ну, ты сюда. Как меня можешь критиковать, если ты не играешь на той роли? Я не критиковал, я просто смеялся уже. Значит, на 40-й минуте на ним заберешь Рошанчика, все нормально. На 40-й минуте делаешь аборт. Зачем мне делать это вот на 40-й минуте? Блять, ты его вообще тогда никогда не делал. Неправда, я пока доделаю это вот. Да. В смысле, что да, я пока доделаю это вот. Когда? Никогда не было отводов. Не было никогда отводов? Хорошо. Никогда не увидишь больше. Ну, а тебе? Эй, чужой! Чужой! Чужой, полагай! Уходи, чужой! Уходи! 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 А давай его призовем к другой пати. Пати? О, он будет делать тебе больно. Нём. Ой, черт, на 30-й секунде не спамнится крипы, никогда не... Нет, спамнились, по-моему. Уже не старая тут. Хочу сломать гем, Олег. Нельзя гем сломать, брат, никогда нельзя было, нельзя было. Можно гем было ломать. Давай это на тебя, а мне это... Угу. Брат? Ты когда поднял его, я на тебя нажал, а он нажался на самого себя. Брат, ты выпил? Пиздец. Ты без меня! Да. Так бывает. Это вот делаю. Чем? Ты умрешь? Хорошо. Тебе идти? Я умираю. Я умру. Мне сейчас Магнус увезет. Иду меня Магнус увезет. Иду к себе. Он какой-то ДСП. Ты бы кинул деревце напоследок. Я не догадался бы. Да, хотел, но я не думал, что у меня урона хватит. Там всего лишь сколько. Ну, там... 20 урона. Приемлемо. Вот ты умер. Добей его кругу хотя бы. Найс. Ну, ты экспириенс не получил. Пипец, вообще убил. Делаю отход. Можете умереть, господин Тини. Это я шутка! Бегу к Тинику. Отвод не делается. Стою с Тиником. Тинику приятно ему, когда ты стоишь с ним. А моя вар. Не! Забрал
скилл, чтобы у меня крипстат был лучше. Последнее дерево сам потратил на арт. Попробуешь пять еще, если уебаться будет на меня кинуть? Боже. Ну, блять, ну пожалуй. Я не играю на этом тиннике. Я не умею на тиннике играть. Я пытался, брат, нажать на тебя второй. Хардгейм я случайно нажал. Вот что это хардгейм. Делаю отвод. Он же не везет тебя под табор на таком расстоянии. Петуч сломал мне штуку. Да, сломал Олег. Победа? Да. Надеюсь, эти стаки не заберут всякие магнусы. Ты же без стак забрал? А нет. Он еще пат сломал. Не сломал, это мой стак, который я строил 20 лет. На кварте сломали. Ничего, скоро кларнетка. Ой, арканом будет. Нихуя себе. На меня кинешь? На. Валерон только. Найс. Ты научился кидать, мои поздравления. Да не, просто дебил. Так я ничего не научился еще. Ты еще не эволюционировал, да? А нет, ты эволюционировал. Да я... Ну не ментально, брат. Я три морда уже сломал на этой линии. Ты знаешь, откуда у меня арканы? Одним прыгнул на СФ, а и СФ ультанул в него. А я просто с ней полз. Я не знаю, я не могу вообще перейти. Мы тебя, брат. Диблес. Ну да, я ставить его стол, чтобы он оформился. Ну я не вещь! Вот это я бы взял. А давай, я лошадку по причастному договору драконов. Ты СС не сказал. Сейчас будет, вот, сейчас моментально будет вонь. Так он только убил меня сразу и СС, и сразу у них появился. Я не успел бы, они тут, я вот даже не понял, что он сейчас кинет. Я тебе сейчас скажу так, там пидят внизу. Там у Сларка, блядь, 30 там побед парк, подряд. Сларк, я понимаю, что там парк, там пидят. Да, они пидят его. Не убили его. Будьте осторожны с теми, с кем издевали, над кем издевались в начальной игре. Ау. А что они приносят в школу? О, денежки. Мои деньги. Я. Минул саппорта, ничего не дает. Хочешь так пойти запромить со мной? Дай лазер в них. В этих. Не трогай меня. Вашу верхнюю башню атакуют. Опять! Ну, сложно делать так, когда вот любят горы вот. Да, подозрительно. Зачем это вообще-то добавили? Это же бред. Брат, тут петушочек. Бред это хлеб. Давай его убьем. Я с тобой стою, если что, если он ультанет. Ну и бред был, конечно, пойти вот на петуш. Что ты припосишь? У вас не так, брат.
ладно, проебная игра. Ну что ж, видимо, не, не, ты карри. Мэр... Должен выиграть. Я попытаюсь, брат. Ты обязан. Брат. Как вот этого монстра, блядь, побеждать? Аноним купит Хильбертку, и мы не будем бояться. Как вот этого монстра побеждать, блядь? Он дает ульту, и эта Хильбертка, ну, типа, качается действие, он опять идет. Забери стаки, Олег. Что? А я что делаю? Сейчас пойду в стак заберу. Вот это? Сейчас рожу, только у меня нет дерева. Значит, ты тоже так маленький зафарами? Вот, да. Ой, да, так зафарами. Нужно больше дерева. Блять, там эта хуйня, я хочу ее сломать, но возможно меня убьют. Я но... Я! Настоящий сапар! Ням! Ням! Хо-хо-хо, бежим, 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 мы живы! Ваша верхняя башня разрушена. Не сейчас. Ну это что? Ну что это? Это огр. Наверное, нам нужна помощь. Смотри, Ундунга. Ундунга под инвизом. Ундунга. Это твой Ундунга. Нихуя, это реально танк. Я думал, это иллюзия с инвизом. Иллюзия с инвизом? Что-то новенькое. Брат, нам могли дать ему инвиз. Там бухал в команде у них есть. Че, ну, как инвиз дал, то и сделал. Я думал, это я должен его брать, потому что у меня нет первого. Я не вижу никого. Я что, тут маг, маг. Не думаю, что он один. Ну, это правда. Но он стоял здесь, готовился к чему-то. Да. Эй, будь, брат. Ты мертв уже, Олег. Ой, ладно. Да вряд ли я тебе без ванны помог. Ну мы убили Сефа. Ну, путь зола. Путь зола? Ну из Фистера и ты своей молнии убил его. Я солевой? Ты назвал меня солевым? Откуда ты узнал? Солевой мой! Что, приятно, да? Приятно, когда у тебя силы воруют! Все плюнули, брат. Ща я у него еще сворую. Отдай силу! Дайте ману! Нету. Хуйня какая-то подошла, мне понравилось. Там фар где-то там. Да. На, ломай того. Похуй, пляшем. Они на одну тычку ему...
башни противника разрушена. Сначала блинк или огоним? Ну не хочешь, я отфармлю. Думал, стака тебе буду. Дурак, что ли? Ладно, блядь. Ладно. Я думал, мы выиграть хотим, блядь, а мы просто фанимся. Ну ладно, пошли пофанимся. Друга боя? А потом не обижается на это. Там. Я иду... Его украли. Она не видно, что она? Я бы хотел, но у меня свободный. Шо лучше, 10 силы или 20 movement спида? Силы, конечно. Смоки лучше. Ладно. Я просто в прошлый раз взял к себе, кстати, этот. Именно movement speed. Movement speed прикольный, кстати. Как вы думаете, там не зайдет атака? Смени сенсус сентри. Он со мной махнул сыграет. Ты видел, тут что там красное? Да не. Брат, не упростай эту способность. Мне нравится способность эта. Ничего себе. На меня. Пора менять способность. Чувствую себя использованным. Брат, посмотри, что есть. Это для тебя. Я не мах. Да? Он будет словом быть. Мой будет. У меня Алипик, я не знаю, что ты делал. Мы идем убивать его здесь? Я даже не заселил, хотя было это такое огромное желание. Но я борюсь со своими демонами. Должен прилететь. Слышал, он на них взорвался. Я думал, меня бомбят. Не убивай его. Найс, что теперь? У него Shadow Blade. Он просветил его. Ну, ладно, уже заканчивается. Я кину в тебя. Я не могу перестать обузить храбрят. Мне страшно. No hard feelings. Это наш снайпер. Хрюк-хрюк. Он еще не знает, что я буду, пока его троллить, как же брат с жив дыханием. Олег, хлебни, как делал все украинцы. А где троллинг? Оу! Меня хотят убить. Вы поможете мне убить их? Ответ. У меня две рунки, бля, прикинь, я богатый. Где враги? Кто видит врагов? Где враги? Враги там!
вот почему отходит. Доски нужны тебе, чтобы догонять. Бегу, брат. Пойди тебя. Блять, ну не знаю даже чем помочь. Я вот только шел. На нем там у тебя есть. Иди назад, иди назад, иди назад. Зомбиков надо убивать. Я хотел пробудить тут на мое восхищение. Ну, блять, потная мука. Просто я за. Пробузить? А чем заключается обуз? Не пробузить, а в смысле затарить. Еще стоял, понял, что камень не попадает, но скоро сюда. Нажимать кнопки, я за тебя буду, брат. Нет, я сказал затарить. Ну, тебя потом троллят. Они просто троллинг-мейстер. Ебать, я за такую штуку готов продать все, что вы нюхаете. За сколько Олегу продать? Ну, смотря сколько он да заплатит мне. Свободу хочу! Молчать! 300 лет в карцере! Голосование только для капитана. Штука прикольная. Брат, ты откис. Я понимаю. Я за варды откис. Ты кисленький. Они толстые, да, брат? Где мой лес, блядь? Нихуя себе, все, вардов не ставлю. Нет, я имею в виду, стоило ли за них умирать. Пиздец. Только пугать и может. Пук-пук. Я хотел вообще-то ну, увеличивать стоимость его жизни. Он умер, давай. Я думаю, он стоит больше. Брат, мне кажется, я вообще обесцениваю этот человек. Я обесцениваю вожды и ценю Славика. Это ты, блядь, его обесцениваешь. А, да, Ганима, ты еще осталось. Можно, пожалуйста, не хватиться, пока вот 2 минуты? Нет. Нет, потому что нужно Ганима. Ебать, холодно что-то стало. Ядерная зима? Чё, до этого рано. Простите. Давай. 400 голды осталось. Брат, можно арканы подойти мне и дать арканы? Я вообще-то не обесценивал, брат. Это ты обесценил его саппортингом. Я увеличивал цену, брат, а ты его обесценивал. Он понял, что на самом деле я обесценил его. Я пытаюсь пихнуть тебя арканы, а у тебя золотов нет. Я запонтролил его, я сломал поэтому. Как мы тогда шутили? Таймлайн? Да. Поклятие? Таймлайн. Таймлайн? Я гоним есть. У меня все есть для убийства. Олег, где доедал? После аганима. Будет. Ну пока что на таком минуте у меня нормально аганим должен залезать. Типа, я залетаю, и с каждой тычки я хасабы срабатывает. Мне просто нужно стоять, блядь, с друзьями. Ну, блядь. Задалеко вы деретесь. Заебашиться. Где там? Я здесь. Я про
Я про андуинга, который хилил, там был. Хорошо, есть? Да, сейчас появится, смотри. Оп! Черт, волшебство не работает. Рошан есть? Какая жалость. Я убил вот этот человек. Ну, как бы на развороте я развернулся. Но я проиграю ему. Он сильнее. Да ты просто не уверен в себе. Да, это тоже. Ты должен убивать его. Ты должен идти бой. Ты должен быть как это, как полтенья. Заткнись, ты меня чихать заставляешь. Короче, да, этот коктейль я режу, бля. Ты должен убивать его. Я пробовал, покажешь мне. Не покажу, как ты должен сделать. Это не будет его выполнять. Снизу дурачок один. Да? Это даже не правильно. Я хотел убить его, а он так пытается поэтому. Ну, кстати, он теперь не один. Он по-любому здесь лес в ворота. Пуш никому ничего не должен, ты должен знать это. Не помогло ему. Да ты заебал! Почему? Я рофу давай, да. Ладно, я понял. Меня опять кинул прямо в эти центры все. Ты думал, ты убьешь его? Он БКБ прожал, я не мог. Ладно. Они будут пушить? Они будут сзади нас, смотри, ломать. Может, я убью Сефа снова? Со снайпером, да. При этом я думал еще про жертву. Давай, давай, ага. А из-за хаза, блин, ничего не крафтится, да? Пиздец, ладно. Башан джип, скорее всего. Хорошо, у меня самый большой уровень в команде. Я от Надежды? Да. Ну, там у Сларка СФ, у СФ тоже 19-е. У Сларка СФ. Давай тогда мы посадим и дурачка. Ты дурачок? Там дурачок, да. Не слота, брат. Я с Андрею ставлю. Хорошо, как вяжешь. Не буду уходить, потому что я хочу АИС. Ну, не будь осторожен, пожалуйста. Я пусть выход, как только я убью Рошана, пусть выход. Думал, она не. Хочу шардик себе, кстати. Нет. Мне тоже надо. Ладно. Чё у тебя шардик? А, ладно, иди сюда. Вообще пуджи лучше, наверное. Да, пуджи надо. А чё, по пуджи будет вообще пуджи? Скорее всего, да? В
вас не видно. Тинник, возьми вот это, пожалуйста. Хорошо. Думаешь, что меня не подловят на этом? Хорошо. Я не хочу перелетать. Это большая ошибка. Мне дадут сам, мне дадут фир, мне дадут все, я умру. Добро пожаловать в доту. Разойди ты первый, я на тебя, короче, буду деревья кидать. Вон там дрочок. Там этот, андайн. Как-то я хуйню кинул. Здесь сколько у тебя дэмэджа, Олег? Не вижу. У тебя 1000 дэмэджа, Олег. Хорошо, брат, я вижу. Повсюду сентри, да? Прошлогодние. Я думаю, я должен пушить, потому что у меня миллиард урона. О, нихуя там раздох. Нихуя, это, кстати, без ДД было. ДД прошло в этот момент уже. Там был слава, наверное. Ну, сами сломай. Это даже без ДД было? Это без ДД было. У меня ДД закончилось, когда там. Представляешь, какую рампаху ты бы сделал, Олег? Не знаю, брат. Это еще без критов. Я говорю, он не видит! Саня! Мне похуй, да. Помоги! Ты меня пусть отсасывай с тобой, спалить. Тебе похуй. Я тебя не прошу. Я тебя тоже. Блять. Олег, у тебя же шарик. Я понимаю, брат, мне этот шарик съели. У меня на глазах. Он сларк. Нихуя? А я хуйню сделал. А где серканы, брат? Да. Используй, пожалуйста. Все, можно уходить. Ну! Да-да-да-да-да! Просто? Стой, блядь! Я тебе говорю, стой, блядь! Я тебе говорю, блядь, стой, нахуй! Ну, сука! Ой, сломали эту паражу! Ну, хоть не за силу, я бы плакал. Забери его! Можно в трон пойти? Тамбу не ломай! Не ломай этого! Ну, не ломай! Блядь, сам сломаю! Ай, ну ладно, не буду! Сам ломай! Не лицеца на ним. Типа, можно на вроте, но у меня нет деревьев здесь. Здесь деревьев нет, но меня не мучают за такие. Ну ладно, уходим. Да. Хотя жалко на самом деле. У меня там нет команды. Ладно, пошли домой. Мы так-то выиграли. Файт. Зачем это мне? Потому что мне нужен слот. У меня нет бэйбэка, если что. Спасибо, дружище. Ты тоже аппетитный. Я, наверное, я пробую его, блядь, так, что он чистил. Не мои деньги! Какие деньги? Хотя, подожди, у меня эта штука пойдет... О, вот это хочу! Не думаю, что она, конечно, работает вместе с триволей. Но посмотри. Посмотри, если эта хуйня, если эхо сабля не срабатывает на триволе, то, по идее, и эта штука не должна срабатывать. Ну, срабатывать, но не тратить заряд. Вот так. Ну, хорошо, блядь, подожди, смотри. Нет, она не тратит, но сработает лишь один раз на триволе. Она не будет каждый раз потратить дополнительного урона. Ну, эхо сабля же работает на все триволи удары. Они дают по два удара? Да, на каждое дерево, которое кидаю, дают два удара. Эхо сабли. Думаю, почему Аганим и эхо сабли такая крутая комбинация? Мне кажется, оно не должно так работать. Да. Но это все еще работает. Это такое иногда. Эй, а мясник, как ты мясничал? Давай пушить вниз, вверх.
Ну. Какой-то еблан, блядь. Чисто на меня шел. Все. Все, что делал, он шел. Все, что он делал, это шоу. Все, что он делал, это шоу. Умер, потому что пошел делать. Все, что он делал, это чаек. Все, что он любил, сгорело дотла. Вместе с его чайком. Котел? Сгорел. Котел сгорел? Он горит? О, штука для меня. А что ты мне урон даешь? Это слишком крутая штука. Ну, это слишком крутая штука, я говорю. А ты думаешь, Тарка подруги тебя убить невозможно или что? Пошли в трон. Куда ты идешь? Пошли в трон. Есть вижен? Где был ты? Ты бы убил его уже давно, если бы у тебя был шарик. Реклама шардиков. Блять, зомби апокалипс, я не подписывался на доклад. Блять. Блять. Сука. Он выжил. Да ты там и сад. Да блин, конечно. Он сали. Давай два дерева выйдем. Ой. У меня сюда нет. Я сдох, мне кажется. Я с бэйбэком. Мне кажется, хотели меня трахнуть. Ну, хорошо, пошли пониже. А что мне еще можно купить, брат? Скади? Ну, рапиру вообще, по идее, можно купить, но я сдохну. МКБ? Скади? Брат, что мне купить, скажи мне. Ты задрот на тенике. Брат, ты задрот на тенике. Ты тысячи игр играл на нем. Кирасу, может? Кого? Кирасу. Кирасу, чтобы дефу армор уменьшать. Ну, чтоб Кирас работал, нужно близко к ним быть, а я должен далеко хуярить с ним. У него стяга не месяц. Он будет далеко прыгать. Перефрешер. Бас! Я тебе буду давать арканы. Брат, купи. Брат, купи, короче. 6 арен бранчей. Садись, показывай вокруг меня. Вот я тут и придумал. Пуджахи. Лучше нафидел гем. Они нафидели, брат. Я не думаю, что... Страшно? Я призрак. Стефа сетит. Я также ультую. Там ДД, кстати, я бы хотел это забрать. Дадут мне это ДД? Ну, сука! Умрите, твари, бля! Ну, бля. Рапаха, Олег, рапаха, вовлекайся. Вовлекайся. Кусь. Вау. Я не могу захватывать, когда я в сальнице, ты знал? Есть это заклинание.
Фух, мне нахуй сердечко сейчас выпадет, нахуй. Время купить шарик. У тебя деньги есть, да? Вообще, ДД возьму и пойдем кушать. В последнюю сторону. А хотя подожди, давай поймаем руку. Ну, говорит, поломаю трон. Ну, я в бакете, на всякий случай. Бай, что? Потом двое, резко вот. А не будет пучить на помощь? Там крипы сейчас трон сломают. Не трон, а башня. Башня. Олег, возьми. Олег промахнулся 7 дней. У меня еще одна попытка есть. Пушьте, типа я уже блинканул. Блять, я думал это... Ого! Сломай себе эту парашу, блять. Ломайте. Я ломаю эту сторону. Мне как-то бы подражается. Да, я думаю, проиграем это. Максимально не убил тебя. Брат, я выжил для тебя. Чё вот, для блин. Меня? Ну чтоб ты не плакал тогда. Я, бля, выжил под фонтаном. Ой, повидал, Олег. Брат, я для тебя игру выжил. Чтоб ты не думал, что я проклятый. Просто на тинке надо, блядь, пофармить. И мне кажется, штука эта работает, брат. Вот эта штука вместе с триволи работает. Давай проверим. Мандини. Я верю. Нет, не работает, ладно, не работает. Не работает. Не работает, я ошибался. На первой тычке что-то она идет, как бы. Ебать. Ну че? Надо издеваться. Хорошо, ну убивай. Практикуйся. Ты еще минус 7, Олег! Ты еще минус 7! Ты сдавал на ним, он же сейчас ММР потеряет, он еще будет винить нас. Извинись перед ним, быстрее, извини, не дорожай на этого. Извини, что дорожай, он сильнее, надо бой чем-то. Вот не заходи обратно. Где арканы, брат? Я хочу арканы. Брат, блядь. Да, виномазером, знаешь одного человека такого? Виномазер не Рубик. А монета, мне все равно хочется за других персонажей. На ним возвращайся. Да, мне кажется, не хочет возвращаться. Ты еще минус семь. Будет на нем. Смотрели. Уйди. Не подходи. Не надо. Ой, защекочу. Бук. Ну, пукай, смотри. Бро, смотри, у меня 20 зарядов дерева. Видишь? А чё говорит 5? У меня же 20 зарядов дерева. Там багана. Понятно. Блять. Подожди, блядь, я откушаю манго, у меня перекус.
Эй, ну не, где ты был? Ну что, он сказал? Забирай на них. А, не забирай. А, ну так, тоже. Что, идем в трон? Или еще пофармимся? Пофармим 40 минут, чтобы было много денег. Так мы проебали. У меня просто проблема в том, что они, да, могут выиграть. А вот сука, блять, он знал. Он что-то знал. А, у него ночью, блять, вижен, я забыл. Блять, ладно. Почему, блядь, у Сларка ночью вижен лучше? Как это вообще по лору можно объяснить? Я умер, брат! Я умер, прости. Ты просто не выходил из стана. А. Брат, я снял проклятие. Молодец, сиди потей дальше. Гномья отродья. Бро, давай еще одну, если хочешь. Давай. Я просто не дом. Покажи мне теперь, как на тенике играть. Нет. Почему? Я много раз за тенике играл, Олег, я заебался. Бро, ты не играл с этим билдом? В смысле, не играл с этим билдом? Я Ганин тоже покупал. Я не играл с этим билдом. Я два раза последний раз, и все. Что, сейчас посмотрю последнюю каточку за тенника. Ну, я говорю тебе, в последних играх ты вроде играл на Рошане. На Рошане, с этим, с Аганимом. Все, я понял, Тини Мэйн, давай. Показывай мне. Показывать или показывай ты? Я посмотреть приду. Не, брат, давай ты. Брат, я тысячу раз тащил за Тинига, что за доёбы? Брат, покажи мне, как играть за Тинники. Я тебе тысячу раз играл за Тинники, я не буду тебе больше бояться, как играть. Ты играл с Аганимом, брат, с этим билдом. У меня были Аганимы. Два раза. Больше. Ну, очень мало было. Ну, было. Так что не выёбывайся. Ну, блядь. Я саппорт. Ну, блядь. Хотел бы жом поиграл. Это не Дини. Я не Диника. Просто у меня кора там как... Не знаю. В падении кишки. Не хочу Диника, брат. Ой, ты бог. Я свой откорил, брат. Я свой откорил, брат. Пикай Дини. Ваша очередь выбирать героя. Тини. Хуй. Очередь выбирать героя. Тини волшебник. Короче, брат, давай, я пишу купол у Вайда. Ставлю купол. Так только вроде ты. А ты на Тиника закидываешь за этот деревья. Ладно. Ставлю купол на тебя. Ты в курсе, что в куполе может двигаться больше еще? Да. Я тебя не аппарат, нахуй. Его надо банить, сука, каждый тут, сука. А, у него Хускари в мейне. Понятно. Там только про шестаря мы не победил.
Видел, видел. Я пошутил, но ты обидишься. Все твои шутки не обоснованы. Я-то видел твой винрейт на этом пускаре. Доля побед. Но лучше покажи мне КДА с Рошаном. Вообще-то с Рошаном все в порядке. Умираю раз в год, но когда это происходит, Олег смеется. Не, обижайся на него, когда ты играешь со мной кускарем, ты каждый раз умираешь от него. Я не знаю, это именно только с вами происходит. Я, блядь, умудрялся на кускаре, блядь, там такое сделать. Я не знаю, я могу вам так сказать. Ты скачать? Демки, Олег, демки. На реверах, я думаю, вообще можно много чего выделывать. А так как мы буст как бы пуля, да? И у нас вообще такой разный МР у всех. Там рекрут, ну, там рыцарь, там легенда, блядь, смотри, легенда, рыцарь, страж. И что с этим делать? Ему поднять, а ты его убьешь. Блядь, нельзя поднимать. Включи меня назад, зачем ты включи назад? А там рунку, кстати, они не забрали. Значит, руна не нужна, потому что ты... Пизда. Нихуя тебе. Что там больше? Всё, покажи, покажи. А ну, брат, дропни шмотку. Подожди. Юнит херо. Брат, дропни шмотку. Какую-нибудь. И сломай мной эту шмотку. Ты можешь? А, могу. Мы проходили это. Пойду троллить. Yes. Если кинуть Блойда по тавер, ты закрутишься, убьешь его? Попробую. Не-не, чтоб крипочков не было по тавер. Добьешь его? Нет. У него два, от него обсервер есть. А чё он бьёт меня? Он тебя любит, брат. Знаешь старую поговорку? Не трахнешь кота, не станешь котом? Да. Как бы это поговорки? Брат, у меня нет крутилки. Я побегу. Я побегал. Эй, балла нет. Ты аккуратнее с этим. Понял. Отдай еду свою. Готов сделать? Как хочешь. Угу. Стал центрак. Тут обсервер. Понятно. Мне бы тоже тонулся. У меня курка летит. Я бью, Олег, ручками своими. Брат, тебе Сталин сердит. Блять. А делай тут, брат. Ну, стак, стак, я делаю стак. Отвод и стак — это разные вещи, сын мой. Сначала стак, потом отвод. Бро. На
Парми дорогой. А тебе крипов. Это тоже можно фармить. На. Ну, жирная, я бы не хотел всего. Я бы хотел сало. Не думаю, что урон делится. Дай щелку. Или тебе кларить надо? Ну, я уже не все в порядке. Вы твари, что ли? А с каких пор они... всегда их было. Я думал, им все равно обратно хилочку. А не, не все равно. Это как курьер. И типа похуй на курьера пока, а, типа нет другой цели. Так я ж рядом был, они же за мной шли. Ну вот ты через лес пропал. Yes. Кстати, прикольно. А он типа бахает тебя, бах-бах-бах, а ты хил пытаешь, он не может сломать ее. Это по идее контрпик тебя? То есть ты его контрпикаешь. И тебя контрпикну сейчас. Ну, блядь. Он сломал мою штучку. Бей его, брат. Рады все те, кто типует, обиженные на жизнь. Да. Я типую всех подряд. Пацан пришел. Да, вот. Че, я не успел бы себя сказать. Я убил его. Ну, Слава убил, то есть нормально. Что блять по? Ты убил очень дружку. Пока у нас этот этот. Рыбачки есть. Не ради. Это тупо. Видишь, динозавр злой. Он лапкой махает. Иди, говорит, нубек. Ты нубек? Рубек, нубек, понял, мэм? Ракета такая ультразвуковая была. Ну, тебе. О, сука, халявная. Не халявная. Я будильник надо выключить. Давай сало. Попробуй не застелить. Вставать. Что за будильник? Давай я кину его в лес, да, это его не понял. Ну ладно. Ну это чудо, что я убил пука. А вот сейчас можно.
Это он брони столько себе взял? Да. Козел. Запушим. Блочил бы его. Я замебился. Пошли как? Короче, дофармить эту аркану. Спасибо, господин, что разрешил мне пофармить аркану. Просто понухайся. Без вашего золотия я бы ни в коем случае крипа даже не подумал, чтобы трогать крипа. Карма тебя настигнет, сын мой. Добакаешься? Так, надо быть осторожным просто. Ты же знаешь, как ты как у тебя это работает. Сейчас я откуплю карму. Я купил карму. Блин, а он визи? Карму купил. Нельзя карму купить, Олег. Но можно купить книжку. Там вивер надо книжку, у него пятый уровень. Чё тебе надо? Покупай, все. Вышел Бекова. Чё тебе надо? Неблагодарный. Сломай ему шмотки. Я буду сразу собрать. Ой, что это упало? Ой, надеюсь, никто не найдет мою закладку. Закладка. Я не видел мою закладку, я тут ее прятал. Прыг. Вау, ты прыгаешь точно так, как было в моем закладке. Сколько это шардика? Почему нельзя уже купить? Ну ладно. У меня как-то лекарница, это полная имба, брат. Аппарат аппарат. Пук пукает. Тролль троллит. Пускарь хускарит. Я тут гангай пытались, видел? Вот здесь вот. Assist for my Beatles. Beatles. Аппарат стоит здесь. Ничего не страшно ж как. Упорный цвет, кстати. Мне кажется, ульны есть вниз. У меня уже зубы. И мне просто показалось. Не могу посмотреть. Фух, ладно. Свет. Она ёлку собирает. Он сказал, ребята, боссаны? Ой, это боссаны. Ну так, грубо как. Я хуйня, кто это вас антресс? Сейчас, блядь, убью её нахуй.
сука! Ну, блядь, ну почему я так хуйня дома побежу? 3 секунды, блядь, это... Это, блядь, бесконечно. Нихуя себе! Его это босса, но он нафиженный теперь. А мне, я хотел, чтобы типа ты его пухнул, да, первым? И оттолкнул на тебя. Я понимаю. Я короче хотел кинуть купол на них всех там. Ну ты кинул купол. Правда, ну, что поделать? Продлил ему купол. Пошли в лес со мной. А я что, для чего тебе смоки дал? Ну используй смоки. Ну используй смоки. Используй смоки только по предназначению. Используешь ли что ли? Ваша верхняя башня атакует. Ну я же пустил, блядь. Я понял, нахуй. 20. Ливер давал вообще-то точку врагу. Но он броню снимал ему. И урона куча наносил. А еще Вивер дает. А еще вроде Вивера агрит. Ну, жук Вивера. Не, жук Вивера агрит Рошана. Чтобы он тебя не видел, он. Что дальше? Мы идем наверх. Да, ты есть. Надо как-то это есть реализовать. И спала. Чем ты разучишь, не видишь все? Вырезал, вырезал. Он испугался. Я очень моральный. Он аморальный. Пусть курку забирает. Ой, я забатил его на курку. Фух. Откупился душой куры. Там видно, что кроме нас спалят, но кого нет. Я ходил в Warded Style. Сблочил лес. Я думаю, я сделал импорт. Вот теперь. Тут нет вайспирита. Ну то враги не забрали. Барды спасает. Что случилось? Можем пойти пропустить, пока у них нет никого. Развитка. Ай, блядь! В тебя не попал, только меня попал. Да, я отошел. Я тоже отходил. Ну, Олег, давай, убивать все! Убивать, 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 убивать! Да. О, я забыл. Хорошо. Вот здесь стоят.
Они все видели. А мне понравилось, что они видели. Они знают. Я скажу. Привет, Олег, как ты выберешься тут? Нихуя себе, Олег. Троллинг вышел из-под контроля. Классно зарабатывает, нормально. Олег, филер. Олег, ты филер? Да. Или ты рофлер? Нет, он не рофлер, он уёбан. Я милая рыбка. Кстати, брат, мы же выиграли ту игру со Сларком. 31 победа. Да. Мы сломали им прокли... Мы убили их. Да, мы прокляли. Мы отняли у них гейм 3. Ты еще не проснулся. Я в сне Бэйна? Да. Ой, я просто проснулся. Он тоже проснулся. Сейчас я проснусь. А, кентаврика! Супар, ты сейчас. Я даже отошел от тавера, потому что думал, он сюда будет давать. Он может не останавливаться в штучку. И ты, кстати, штучку эту видишь на мини-карте. Она красненькая такая маленькая штука появляется еще. Или это убрали уже? Ну? Том Тэйч Мэшн? За что? Грозавчик. Проклял меня. Там Лего проиграет. Мои типы только для анонима. Блять, Олег. Блять, Олежа. Там женщина долбит головой о пол. Ну, что а мне понравилось. Не то, что женщина? Я бью женщин и детей, потому что они уроды, и их нужно истреблять. Что, радикально стоит? Думаю, ты террорист. Купол у него поставить. Покажи, ты зуб. Покажет. Лишь бы со мной счет капанс не случился. Найс. Найс кок. Найс кок. Кок, найс. Найс кок. Найс кок. Найс кок. Как тебе подойти? Как тебе подойти? Как тебе подойти? Не понимаю. О папа! О папа, как тебе подойти? А он ульту дал? Он ульту дал? Он ульту дал. Если бы вместо обычного вода там была бы кислая жаль, пока, пока. Мне было бы больше жаль. Убай, держи лазерем, вырывай гриппом! Пока-пока. Пока-пока. Мана-мана, ту-ту-ту. Мана-мана, ту-ту-ру-ту. Я ворсы. Мана-мана, ту-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 
тут оборот. Не отвали себя. Я хочу головой кого-то ударить, я бог. Только не меня, только не моего Тоню крипов, это Тоня. Пока, Тоня. А чё ты один смог, у вас друзья? Я вижу войт наверху, можно подпушить, я полагаю. Это ван был такой? Я думал, это курьер. Там меня так хейтят?
На меня два ульта поставили. Это, блядь, профессиональный стрир, он... Нет. Тычку просто дал. Курка, курка, ребят. Кирка. Кирка, кстати, ленка. Интересно. Не разрешено флексить! Без меня! Вот кто вот там отвечает, что там нет вайда, который прыгнет на меня? Я не знаю. Ну вот без БКБ. И вот сверху, кстати, брат. Он даст, у него он собирает БКБ. Это тебе кажется, что он сверху, на самом деле он снизу. Да, да, ну теперь он вот, теперь я... Войд, войд. Лина. Двадцать. Я сдох. Я не знал. Мне Лина нанесла урон айс-классом. Лина айс-классом. Ну что ты хочешь? Ну что ты хочешь? Что ты хочешь? Яблоко покушай! Ух ты! Вот ты дальше проклят, Олег. Вражеская лежанка. Прошу не прав. Я не спал еще. Блять, вы весь шмотка. Шмотка должна дропаться. Я не должна еще. Шипса. И Олег его пишет, он на Рошане. И такой айсбласт летит. Пиу! Закадровый смех, все смеются, радуются жизни. Но не. Но не. Да что кто-то подумает, Илон. Кстати говоря. Я в личку писал ему. Моя. Давай, шмотка. Ничего, он с той пачки выбьется. Шмотка. Ну, БКБ есть. Я не могу из купола сюда встать. Религия не позволяет. Он такой, а, ты в купол походил? Ладно, не буду трогать. Трахать тоже не буду. Вернее, жизни. Жук умер. Я тут сбил дури. Ну,
лол, you die, лол, лол, you die. Я собью линку. Линя. Линке. Линя. Линку, лину. Давай. А вот своих вроде не репортит. Да, ну Тиму не может. Ну это пишется, но. Ничего ты не получишь. Скверное поведение. Ну что он убежает? Он же знал, что... Внутри души он знал, что я убью его. Мне кажется, я убил нашу надежду. Гости, хуюзай, але. Что за троллинг? Вернулся, брат. Он уходит. У нее есть потенциал. А просто с киберпанка. Он апгрейднул свои дела. Я, кстати, аниме так и не посмотрел. Но какое-то безвкусное на первый взгляд мне показалось. Смотрел бы это, да? Брат, ты смотрел Edge Runner? Edge Runner смотрел? Не впадло, Олег. Я и Dota не смотрел. Ну, а что тебе не впадло? Доту играть с тобой. То есть смотреть то, что тебе впадло, а играть не впадло? Да. Йога не месть. Хуя, ты чё? Сидел? Я забыл. Не иди туда. Стой, какого идет? Пока он туда, блядь, не прыгнет, я... Ломай смолки на ней. Да нет. Ломай. Ты бы купай рапиру. Купи рапиру. Он нас послушает. Да. Тоже заметил, что не надо такой смех такой будет, типа рандомный. Ой, вальдики. Эйду, эйду, тык. Правильно?
Мы скапливаем цепочков на их линию, а они фармятся на этом. Сдохнем, все будет хорошо. Жизнь сразу станет. Нет, не готов. Нет. Слишком легко. Рошан, да скажи. Скидал больше, чем у тебя. Тогда что Рошан не нужен делать перепрыгать? Вроде тебе нужно? Да. Все. Жизнь правда на винч. Ну крипов, я здесь! Он стал пуся. Брат, он стал пуся, дилломай. Пусечка. Пуся это такая у киса. Да, у меня киса не было. Это мой новый парень. Чё мне опять коврик засрён? Опять его чистить. Какая же конченная способность. Не вижу. Олег, ну не просто не кастуй, Олег, просто кастуй, нахуй я кастуй. Хорошо, не буду. Олег, ну нахуя ты кастуешь, Олег, блядь? Олег, ты, блядь, сказали не кастуй, ты нас, ты не слушаешь, блядь, Олег, я иду. Че за не охуеет, минутку. Не бойся, я били все и вся! Гладжики нам. Майнбрекер бы какой-нибудь. Да, Олег? Как тебе моя маска? Ты, кстати, знал, что ты герал города? Нет. Я тоже. Но мне в катакомбах задание было сделать эту бородатого персонажа с пышной бородой, и там был Тайгер. Легкий очень тебя разговаривать, он обиделся. Я в его смерть. Не похуй какой, не приятный, а на него приятный. А. Что с тобой, Али? Блядь, ты мне играл так говорить. О, наконец-то можно играть. На ним, да, не жди. А мне похуй, блядь, он меня бесит уже, блядь. Блядь. Каноним, блять, игры, сука, и реальная жизнь. Успокойся. Он меня по КД троллит, он не в игре меня троллит, он, блядь, по КД меня просто так троллит. Это не норм. Я на это своё время тратил. Если бы он вел себя нормально, мне было бы не похуй.
Я что-то его по КД не троллю. Я сделал ошибку. Блять, я начал файт. Все, в меня кастовали. А там ломают сторону. Прикольно. Видишь меня, пацан, там что-то делали? Нет. Ты же реагируешься на все серьезно, ты полагать будешь. Так, нет, ладно бы, если бы он делал так один раз, он по КД это делал. Кубик, пока. Я ясно хуй заебал. Одно делается, как это типа знаешь, что, блядь, если я один одну сутку, как бы 5 миллион раз, блядь, каждую минуту нахуй. Не опять что ли начинать? Ладно, давай я пойду. Я в сале. Я тоже. Но смотри, я забатил их на сало. Шо, боюсь тебя! Ну да, так-то страшно было. Опа! GG. Надеюсь, Олег жив ты там. Я тоже понадеюсь, если он перестанет меня... Ты не реагируй так на игры.